Привет всем, с вами Лёха, и сегодня я открою декодеры. Короче, за декодеры не дают фрагмент, так что, в принципе, можем было их сразу открывать, понимаете, да? Так что давайте, смотрите, у меня 63 уникальных декодера и 54 декодера преодоления. С красного декодера единственное, что я хочу, вот этот Джезл и Hunter Killer X7. Остальное, в принципе, у меня все есть. Вот. А с декодера преодоления я хочу AU Guardian и, в принципе, все. Ну, еще Феникс, у меня его нету. А, кстати, тут тоже Hunter падают. Так что, ну, давайте начнем. Будем открывать по 10 штук. Так, что-то красное, пожалуйста. Давай Хантер хотя бы, X7, которого у меня нет. Сильно Танатоса совсем нету, что ли? А, срань. Просто срань выпала. У меня ее не было, что ли? Электрошоковая срань. Она уже у меня есть. Ой, смотрите, второе что-то выпадает. Давай, пожалуйста, дайте что-нибудь нормальное. Братюни, поставьте, пожалуйста, лайк. Я, по идее, должен был сразу открывать. Старчейсер, ну идите в жопу, это дерьмо. У меня есть просто. Нахера я покупал это все на аукционе? Объясните мне. Блин. Опять красное. Так, ждем. Да блин, дерьмище. Безлимит УЗИ. Ну, 33 декодера. 33 декодера. Окей. 33 декодера. Пожалуйста, палочку. Плиз, палочку. Бункер второй сдался. О, Hunter Killer X7 на 30. Чего? 7. Так, сейчас сюда то при. Его ж продлить можно. Блять, его нельзя продлить, чуваки. Он выпал на 30 дней. Ну идите в жопу, его нельзя продлевать. Ну это просто отстой. Почему музыка закончилась, кстати, в начале песни уже какая-то была. Короче, срань. Пожалуйста, все, палка уже не выпадет. Да, красный не светится, значит не выпадет. О, ну и отстой. Может, декодер преодоления повезет? Понятно. Плазма граната. Ну класс. А, музыка, кстати, исчезает из-за того, что декодер открываешь. Говно, короче, эти декодеры, идите в лес. Безлимит скул 7. Нахер он мне сдался. Ну ладно, настало время декодеров преодоления, за который тоже ни хрена не дают. Ох, пипец. Падал бы здесь этот сраный жезл. Было бы круто, а так отстой полный. Или он здесь тоже? Нет, он здесь не падает. Бонсер, нахер он мне сдался. Тандербот. Говнище одно выпало ненужное. Два бонсера, зачем? Ну ладно, чё, открываем дальше. Почему сюда не сделали эту сраную палку поганую, которая, блин, нужна? Второй, смотрите, второй уже этот старчейсер сдался он мне. Он мне вообще не нужен. А эту можно, нет, продлить? Стерлинг Байона. Блин, чё за хрень? Ну просто жопа. Надо было сразу открывать. Я дебил, чё держал, ждал. А, кстати, же цепную гранату можно выбить. С очень маленьким шансом.
Хантер Пилерс. Я его купил, я его покупал. О, дебил. 30 тысяч пробега потратил. И че это красный выпадает? Опять же электрошоковая винтовка какая-нибудь. Такое говнище одно. Просто отстой. Просто один отстой. Просто отстой, один человек и выпал. Параша. Это все у меня уже есть. Мне это не надо. Что все выпало. Зачем мне гильотина на 10 дней, скажите мне? Что за бред? О, безлимит падает. Да ладно. На последнем декодере. Параша какая-нибудь. Темный рыцарь, зачем? Блять, у меня их уже 3 штуки. И еще на плюс 9, еще один дали. Че, дебилы, что ли? Ну и параша выпала одна. Просто отстой, чуваки. Декодеры лучше бы не открывал. Ладно. Всем пока.